купил я себе еще 6 карточек P106-100. За нормальную цену я их очень взял. Но эти карты я именно оставляю себе. И у меня как раз есть еще вот 10 карт P106. И я хочу собрать рик на 19 картах. Заодно посмотрим, как это, можно ли запустить 19 карт на одном риге или нет, и так далее, да? Я в свое время один раз пытался, так и не смог это сделать. Но сейчас попытаемся во второй раз. Если получится, вот 19 карт P106. Ну, сначала будет 16, там что-то добавим. Кстати, это P106-100. И они еще отличаются друг от друга, хотя они все асусы. Но они все равно разные. Я вам сейчас покажу, в чем отличие тут у нас. Так, вырубим, главное, сразу же, да? Вот, смотри, ох, чуть кулера не сломал. Бывает у меня так, иногда вот достаю что-то и кулера могу сломать. Смотрите, один вот, видите, вот так выглядит, да? И у него вот тут такой разрез и так далее, да? А второй без этого разреза, да? И вот если вы посмотрите, да? Вот такой более закрытый. Это более-менее открытый. Это не отломано, это именно вырезано, да? Это раз у них. Это. Вот здесь сзади, да? У этого более вырезанного, видите, вот здесь тоже такая штучка вырезана. Здесь она не вырезана, да, там. Значит, я что думаю? Это было сделано специально, первая ревизия и вторая ревизия, наверное. Потому что карта просто грелась. Ну что, ребята, начнем эксперимент. 19 карт. Ну, не 19, пока что. 16 запустим. Вот эти P106. Тут сейчас сколько у нас? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 14, 15 и еще там внятно. Кстати, 6 штук я позавчера купил. За штуку 45 баксов заплатил. В рублях примерно сколько? 3000 рублей где-то. Может быть. Ну, да. Просто человеку деньги нужны были, и поэтому. Вот эта материнка. G39 с чем-то у нее процессор. Короче, поставим на хайве это. Все будем пытаться запустить, если запустится. Вот здесь соберем это все. Будем собирать на одну из этих лыж. Потому что у нее как раз на. Сколько? На 16 карт можно на нее посадить без проблем. Поехали!
Поехали. Как говорится. Так. Смотрим здесь на экране. Одна карточка. Плохо, наверное, подсоединена. Окей, Bart Detected. Так, отключим. Пытка номер два. Все равно. Наверное, райзер барахлит. Номер три. Сейчас посмотрим. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать карт. Ладно, кейборд, что нету, знаем. Хайв должен включиться у вас. Сейчас пойдет хайвчик. Пока что у нас сколько? 14 карт, ребята. Посмотрим, как это все запустится. Хайв включился. Давайте посмотрим сейчас. Хайв. Так, 14 карт у нас он видит. Сейчас надо запустить майнинг на них. А, короче, что у нас происходит? 14 карт запустил я. Вот, ребята, вы видите, на хайве работают на грине они у меня. А, единственное, что они не хотели запускаться, пока я им не добросил еще 4 гигабайта рама. Все, пришлось поставить 8 гигабайт рама, чтобы это все заработало. Потому что на 4 гигабайтах это все зависало. Вот так это все выглядит у нас. И все пашет. Карты, ну, не очень-то горячие. Блок питания тоже не греется. Ну, потому что он на 2,4 киловатта. Потребление сейчас у них где-то киловатт с чем-то. Да, у этого всего. Ну, надо будет настроить завтра. Так что этому вообще как-то плохо, даже он очень мало крутит кулера. Это тоже на хайве у нас. Сейчас завтра добавлю сюда еще одну и сюда еще одну карточку. И будем тестировать дальше. Все, ребят, добавились две карты. Это 16 карт. Не обошлось без потерь. У этой карты один кулер, один вентилятор отвалился. Потому что когда я ставил это, я отключил рейк и просто впихнул эту карту сюда. И, короче, так вышло. Все, сейчас 16 карт. Пойдем смотреть. Так, хайв, короче, их нашел. Сейчас подождем, когда он включится. Короче, вот на такой эррор выходит у нас клеймор и все остальные майнеры. А, что я думаю, может быть просто тупо не хватает рама. Я сейчас подброшу туда 8 гигабайтный и посмотрим, что произойдет. Вот этот 8 гигабайтный забросим туда. Просто тут всего две планки на этом, на всем. Сейчас посмотрим, что и как. Может быть из-за этого. Поменяем, посмотрим. Так, подбросили 8 гигабайт RAM, всего сейчас 12, и посмотрим, что тут. Так, включаем сначала серверник, запустились, и потом этот. Так, на сервернике сидит 14 карт, 2 карты сидит на вот этом китайском, потом еще добавлю 3 карты, как только достану. Проблема у нас тут опять, оно не помогло, 8 гигабайт рама. Не знаю, надо посмотреть, что сейчас с этим делать. Так, короче, 15 карт запустилось. Гигу пришлось выбросить мне и не это делать. 15 карт работают, да, там все дают одинаково. Power limit у меня тут 75 стоит. Вот это что-то из power limit выбилось. Ну, не знаю, поправится она, я думаю. В среднем потребление где-то вот тут что пишет, плюс 200 ватт надо добавлять, это как минимум, так как я понял, 200-250. Но нормально, 47 на 3 киловатт 200, хорошо, сейчас придется еще настроить их и так далее, посмотрим. Так, нужны еще 4 карты P106, где бы мне их достать? Короче, вот 15 карт запущено, да, и работают нормально.
При этом рама использует где-то, ну, тут у нас 7,2 гигабайта свободного. Чуть больше 4 гигабайт рама они используют на данный момент, да. Пытался я туда воткнуть этот, как его зовут, RX 570, он не пошел. Он, короче, его-то запустил, но при этом вырубил одну карту, это как его зовут, P106. И это почему-то в майнере делается. Так что непонятно, из-за чего это происходит. Я попытаюсь найти еще 4 таких же одинаковых, если найду Asus, да. Посмотрим, да, если кто-то будет их продавать, я их себе куплю. И потом вставим, и будет тест номер 2. Короче, 15 карт запускается. 16 карт тоже запускаются, но майнер не включается. Из-за чего, не знаю. Так что как-то так. На этом было все, ребята. Понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Не забывайте, на 20 тысячах подписчиках у нас будет розыгрыш. Очень интересный. Подписывайтесь.